запускаешь. Да, я хочу. А я думал, что это вкусненькое на стол перед этим мешает. Не-не-не, это я сейчас это вот делаю сейчас. Сейчас включу. А здесь я буду видеть вопрос, если кто-то пишет там что-то мне, то здесь мне будет. Так. Сергий Кифа, вторая часть. В Киевской архиепископии. О, вот. Если кто ответит, там напишет из наших, буду видеть. Класс. Да никого сейчас нет. Пока никого нету. Вот. А просто вот эти вопросы очень важные, которые сейчас звучат. Один смотрит, это вот это. Наверное, да. Наверное, это точно, он. Точно, да. Наверное. Точно. Сам себе режиссер. Да. Сам себя смотрю сейчас. Так. Ну, а кто просто потом сможет? Потому что утренние молитвы, допустим, я смотрю, что подключается немного именно в 6 утра. Ну да. 10, 20, максимально 20 с чем-то там, около 30 было, максимально. Человек. Утром. Да, в 6 утра. А уже смотрю, уже к обеду ближе, уже 100 почти просмотров, даже и больше. Уже, значит, остальные потом уже досматривают. А кто-то попозже, может, встает или не знаю. Не, ну да. Я тоже в 6 утра не встаю. А, ну. Я птичка, ранее обычно. Классно. Встаю рано. Ну и рано ложусь вообще по жизни тогда. Хорошо. Классно. Фу. Так что, а с Алексеем Ивановичем мы тогда потом заедем еще сегодня благословлять одну семью, благословлять младенчика. Классно. Это такой хороший опыт благословений. Да. А, поделись вкратце, поделись в эти дни, что было, вот Чаплина, Днепр, еще раз, потому что еще до того, как камера была включена уже, короче, ты уже много интересного рассказал. Я хочу, что вот... Да Иисус был, не знаю, чего, знаешь... Ну что, из того, что запомнилось? Не, на самом-то деле, потом этот пастор как раз и рассказывал, говорит, я вот эти три дня сначала чуть-чуть недоумевал, как так можно. Это пастор какой? Это Чаплинский? Ну, харизматический пастор. Харизматический. Да. Ага. И говорит, я недоумевал, ага, как так можно. Ага. Потом по чуть-чуть, вау. Mm-hmm. А потом по чуть-чуть понял. А сейчас сам начинаю. Так потихоньку в этом режиме, в новом режиме, да. Ага. Знаешь, такие. Для него были непонятные, как так, знаешь, там нету билета. Когда едешь? Ну где-то вечером, знаешь. Ага. Ну, когда, что, где билет? Да нету еще билета. Ну, все, типа, как, ну, надо ж ехать. Ага. Ну, это все нормально, знаешь, я поеду, все хорошо. Вот. Ну, как, понимаешь, мозги не вкладываются, нужно ж подсуетиться, нужно все решить, нужно все организовать. Ага. Знаешь, я такой, это все нормально, знаешь, там еще одна семья, а когда едет, говорит, да не знает вечером. Как не знает, в смысле не знает, что нету билета, так сейчас же не достать, знаешь. Угу. А я там пошел себе в туалет, честно говоря, там же и купил билет спокойненько, знаешь. Вот, прихожу, у меня билет, появился там билетик, знаешь. Угу. Ну, как бы не было там удобного. Только сидячие места, ночь сидеть. Ну, тут появился билетик, я себе спокойненько купил, знаешь. Угу. Вот, и говорю, все, есть билет, знаешь. И такие, фу. Так а зачем же надо было напрягаться, чтобы теперь выдохнуть, знаешь. А-а-а. Ну, и этого не надо, и это не надо. А-а-а. Знаешь, там еще что-то там у него, двое там девочек, как бы, по дороге со школы, знаешь, поругались, и та куда-то непонятно ушла, телефон не берет, знаешь, что-то не берет, а я за него молюсь. Знаешь, он говорит, это как раз переломный тот момент был, типа там звонит, она ушла, трубку не берет, не знаю где, а ей там 6 лет, знаешь. А, совсем маленькая. Маленькая, да, вот. Непонятно где, знаешь, все. Говорит, ну ничего, там посмотри, если что, пойди, пойду искать. Uh-huh. Говорю, не переживай, ангелы скоро приведут, увидишь, знаешь. Uh-huh. Вот. Типа, давай дальше, все нормально, типа, наслаждайся Иисусом. Uh-huh. Вот. У него такой, типа,
Вот говорит, тут коллапс такой, типа, надо же. Ага. А внутри такое подтверждение, да, не останавливайся. Ну да, оно тебе надо. Да, ну, да, то да. есть не отвлекайся, знаешь. Ага. Да, да. Без объяснений. Ага. Говорит, без ничего, просто слово, не отвлекайся. Бога впечатляет наша вера. Знаешь? Я заметил тоже, да, что его, вот его это радует, его впечатляет сильно. А когда мы начинаем верить? Ну, доверять ему. И вот тут у него выбор, да? Да, да. Или своим мозгам верить, что ага. дочь потерялась. Ну да, да, да. Или внутреннему ага. свидетельству, ведению даже, это не да. ведению, которое говорит, не отвлекайся от молитвы да, сейчас. Да. И он там валялся на полу, короче, его как это, поднакрыло чуть-чуть. Угу. Вот. Пока он валялся, дочь пришла. Первая та, что потерялась, как раз пришла. Потом он поднялся, добрался, такая, пап, что с тобой? Хорошо мне. Потом добрался до постели, вырубился. И вовремя проснулся такой, просто, никто не звал его, ничего, просто открыл глаза, встал, такой, знаешь, живый, бодренький. А, все хорошо. Да. Перезагрузка произошла, короче, перезагрузка системы. Да, такой, сколько сейчас время? 5. Через 5 минут сына забирать надо с садика, знаешь. Ага. Оделся, поехал. Все, вот, все до секунды, понимаешь? Ну, да. Ему 5 минут ехать. Да, ну вот как раз да. Ну, вот так, знаешь. И это внутреннее свидетельство, внутреннее ведение, оно свидетельствует и ведет, понимаешь? И тут как раз вопрос, когда голос его услышите. Да. Смотрите, сердце свое не ожесточите. Да, да, да. Оно об этом относится, а не покаяться. Ну это тоже покаяние. Ну, да, ну это покаяния. Перемена мышления. Да, перемена мышления. Я передумал верить своим познанием, своему мировоззрению, понимаешь? Просто обычно в таком обывательском понимании, общехристианском порой тоже понимание, покаяние – это плохие эмоции, это как бы переживание об ошибках своих, самосожаление. Да, как да, там. Да, но часто называется покаянием то, что покаянием в библейском смысле, в истинном смысле это не является. Покаяние это трансформация, это перемена сознания, изменение сознания, вот этот апгрейд, это значит и полностью изменение на самом деле, изменение мышления, перестройка, Горбачевское вот это выражение, перестройка, новое мышление, это тоже можно как метаноя перевести. Вот это есть. Покаяние, настоящее покаяние в библейском смысле слова. И говорит, я вот в этот момент, знаешь, решил настоящему довериться. Ага. И сейчас вот такие какие-то моменты, ну, знаешь. Его не колышет уже. Да. Не, говорит, оно, я еще в состоянии выбора. То есть оно вот возникают какие-то моменты, что делать, как делать. И я тут же пытаюсь прислушаться к внутреннему, знаешь. Ага. И выбираю теперь внутреннее. Но приступ паники уже нет уже. Не-не-не. Нет, то есть бывает вот эмоциональное что-то. Есть одна картинка, есть другая. Сейчас он выбирает. Сейчас автоматом этого еще нету, знаешь, понимаешь. Да? По умолчанию такой. Да, то есть, такой. Но сейчас уже выбор есть. И он уже выбирает. Пока ему каждый раз надо будет нажимать, да, да, да. Ну отлично. А потом нажать, и во всех случаях да. Не, оно потом да-да-да-да-да-да-да-да, и все, и ты всегда говори да, знаешь, внутреннему свидетельству. Так что во Христе это да и аминь, короче. Во Христе. И говорит, вот это самая-самая основа и суть христианской жизни. Кстати, да, вот норма христианской жизни. И об этом-то мы и говорили, в принципе, в разными словами, разными примерами, вот эти, разными моментами, да, что внутренняя жизнь. И в Сумах тоже, да, и здесь, в Сумской области. Да, в Сумах тоже ребята позвали, потому что увидели чудеса исцеления. Тоже ушли, а они учились на этом курсе, да, или как? Не-не-не-не-не-не, еще не учились пока. А. Просто позвали, там один парень, у него раньше была комната исцеления. А, ну все да, Кареблейк, да, вот это вот исцеление. Я не знаю. Я даже не знаю Кареблейка, честно. Я не слышал там сильно, знаешь, этих вещей. Ну, я себе тоже не слышу, просто я от людей так слышу, там. Ага. Ну, оставим эту штуку. Вот, как тебе сказать... То есть у них была там и комната исцеления, что-то еще? Да, у них была комната исцеления, потом они оставили это, знаешь, и как бы, ну... Сейчас, живут, что-то пытаются, но внутри вот это какое-то постоянное
то есть чувство несостоятельности, недовольства, неполноценности, вот такого, вот это глупая вещь, знаешь, что тебе что-то не хватает, в том числе в Боге. Это элемент робота какой-то, да? Демоническая вещь на самом-то деле, которая в основном от исцелений-то и останавливает людей, которые начали там исцелять, начали пророчествовать, начали что-то еще, знаешь, делать, вот ринулись, да? И не в состоянии, нету еще мудрости этой. Есть такой юношеский, да, мы сейчас завоюем, знаешь? Сейчас мы сделаем тут, да? А не всегда так получается. А иногда не случается. А иногда что-то не то, знаешь. А иногда коллапсы. Случается иногда, а иногда не случается. И тут, задавая вопросы, что происходит, знаешь, ты открываешь на самом-то деле дверь дьявола. Не туда вопрос адресован. А правду ли сказал Бог? Да, правду, да. Вопросы разные бывают. А возможно ли что-то тут не так, знаешь? А чисто ли это все, понимаешь? Слушай, тебе тут еще больше молиться просто надо. Больше поститься. Покаяться больше, Да, исправить. У тебя тут, ты помнишь, вчера ты там разозлился. Что ты сейчас хочешь. И рядом с вот с этим, понимаешь, с этими вещами, они как бы и правильные, с одной стороны. Ну да. Но входит чувство, вот это демоническое, знаешь, чувство, что ты какой-то неполноценный. Что Бог как-то отдалился от тебя, что между вами уже тебе нужно проломить какую-то даже маленькую на стену. Что-то ломать надо уже, да. Что-то теперь мешает между тобой и Богом, но на самом-то деле это тот голос мешает. Да. Понимаешь? И в результате, дурит нашего брата, больше, чем больше ты пытаешься из праведных мотивов, чистых мотивов. Чем молиться, поститься, приближаться к Богу, да, растет твоя гордыня. Да. Растет это еще больше чувство, потому что оно не работает. Еще больше чувство, что тебе что-то не хватает. Еще в чем-то раскаиваешься. И это оправдываешь, да, ты оправдываешь это все. Так я же теперь, мне же много дано. Да. И теперь все по Писанию, теперь все демоническое. Попался. Благодати и легкости уже нет. И все. И это останавливает людей, и реально я вот в эти моменты, понимаешь, мне исцелять, то тебе еще, пока начнешь исцелять, тебе еще помощи больше нужно, чем сейчас, знаешь. И я направляю на внутреннюю жизнь. Сила она такая, ты можешь исцелять, можешь делать. Понимаешь, дьявол пользуется Божьей силой, что говорили. Она такая, да? Ты можешь и в блуде жить, и молиться за людей, и люди исцеляться будут. Это не трогает твое сердце, Иисус говорил. Ты исцелял, ты воскрешал, но я вас не знаю. Да, я вас не знаю, да. То есть не вопрос в этих проявлениях силы, знаешь, вопрос в проявлениях плода Духа Святого. Вопрос в том, что голос крови ты слышишь больше, чем все остальное. И самый мудрый совет, ну, тех, которых вот я, да, ну, как бы наставляю, я наоборот говорю, не надо идти, не надо исцелять, не надо пророчества, не надо. Все, что тебе сейчас нужно, когда оно началось, да, удвой молитву. Общение с ним. Общение, тебе больше нужно общение с Богом. Ну да. Тебе нужно еще больше тайны. Еще больше тайной жизни, которой, понимаешь, тут начинается внешнее, люди, если нехватка внутреннего, через пару тысяч исцелений эти люди ненавистны будут. И ты можешь усилиями уже воли, знаешь, действовать. Да, Бог их любит, понимаешь, сознанием. Бог их любит, я буду за них молиться. Да? Но внутри сердца уже. Ну, как мать Тереза рассказывала, да, что последние годы жизни она кризис переживала серьезный. Говорит, что я тоже даже помогаю бедным и знаю, что это нужно, и очищаю, там, молюсь за этих людей, там, на все. Но говорит, у меня, говорит, к ним равнодушие, говорит, пустота, говорит, но я понимаю, что это правильно, я делаю это. Это когда ты начинаешь сверхусилий делать. Да, сверхусилий, да. Она надломилась и последние годы переживала очень серьезный кризис. А тебе наоборот такой, да. Нужно в пол силы. Да. Понимаешь? И... Вот держать эту тайну, чтобы на корню обрубать, то есть не допускать вообще возможности таких
кризисов. Евгений пишет: Аллаху Акбар, воистину Акбар, воистину Акбар. Чудо. Разные товарищи пишут. Не соблазняй христиан, радуй меня. Ну вообще Аллаху Акбар, это по-русски это слава Всевышнему или слава или Богу да. Хвала. Да. Поэтому, в принципе, да, Богу хвала. Аминь. Это интересно. Да. Вот, и на самом деле, это серьезные вещи. Серьезнейшие. Интересно, вот простые вещи, да, они так сложно порой даются. Ой. Так что, товарищи, братья, сестры, друзья. У нас была дискуссия с одним как раз практиком исцеления вчера. Да. Христианин, да? Христианин, да. Он практик исцеления, у него тоже многие исцеляются, он там международный служитель и так далее. Ну и дискуссия немного зашла в тупик именно вот по этому поводу. Что я говорю, а я не служу. Я не пытаюсь служить. Ну как же, надо, стратегии нужны иметь, Обычно завоевывание людей. Вот в чем опасность протестантизма, кстати, да. И я понимаю, он своими силами, понимаешь, то есть он говорит, он, понимаешь, учит, что исцеление это не твои усилия, это Божий дар, и поэтому оно приходит. Так, Знаешь? Так. А завоевывание людей и помышлений. Да, всех помышлений, да, Христу. Это ж написано, нам нужно делать, знаешь. А, И это нам, Господь говорит, типа, идите же, знаешь, то есть, и тут радикально. Исцеление это Божье, это не мое, и оно легко течет, знаешь. А тут нам нужно делать. А если этот же принцип взять? Что это не мое и Божье, оно легко течет, оно вообще просто вот так, да? Ну, иго мое не тяжко, да? Переложить на мысли. То есть его иго благодать, да. Потому что это не моя задача на самом-то деле, это задача покоя Божьего хранить мой разум и сердце во Христе. Да. Понимаешь? Ну да, Написано. Не, серьезно, да. Вот, это не моя задача идти, да? Это любовь ведет. Любовь идет. Любовь. И это просто исполняется в моей жизни пассивно, а не я прилагаю усилия и активно что-то делаю. Понимаешь? Я захвачен любовью. Вот это активно в моей жизни. Меня тянет к любимому, да? Открываю свое сердце радостно, просто выпотрошивая его наизнанку перед ним. И не сдерживаю себя в эмоциях, понимаешь? Тут уже нету приличия. Есть слезы, сопли, крики, вопли, понимаешь, да? А если иногда просто в тишине сидишь, иногда, когда, не знаю, моя жена любит там в молитве, да, приготовить супчик. Классно. Иногда я тоже там, знаешь, такой, оп, и кушаю супчик, и начинаю просто переживать Божье. И я возьму там, знаешь, 4 ложки, знаешь, такой. Волшебный суп такой, да, уже. Если знаешь, когда у меня зрачки начинают расширяться, я застываю, она просто забирает мой суп от греха подальше, знаешь, об этом. И понимаешь, что когда я очнусь, она опять его разогреет, мне даст. Я могу там на 15-20 минут просто, понимаешь, да? Я... И так 20 минут меня нету просто. Говорит, детки, не мешайте папе, знаешь, все, то есть, все хорошо. Папа с Иисусом. Класс. Папе хорошо. Что с тобой? Что с тобой? Ну, понятно. 911, да? Да. Разряд, еще разряд. Что, ступор просто, понимаешь? Бывают такие вещи. Вот. И мы понимаем друг друга, знаешь, у нас в семье это, ну, как бы, нормально. Просто вдруг сидеть и заплакать. Понимаешь? Потому что ты начинаешь переживать, что Иисус тебя любит. И ты не стесняешься, понимаешь, никого. И ты понимаешь, в этот минут я убираю все, я беру на себя, да, все управление, если Эсти там сейчас как бы что-то переживает.
Это почетно, понимаешь, да, это вот, вот в этом вся суть. Да, да, отлично, давай, давайте, детки, идем. Священное действие. Да, такое, да, это реально священное действие, это таинство с Иисусом, да, которое должно переживаться, должно быть, и вот. Идем, давайте, пусть переживает Боря. Знаешь, и в этом суть, то есть я пытаюсь объяснить, я не живу служением. Я не живу даже там воспитанием детей. Я не пытаюсь воспитывать детей. Я не прилагаю усилия к этому. Я не пытаюсь быть хорошим мужем. Да, я есть, какой я есть, да, того, что с меня Иисус. Я пытаюсь быть в сердце чистым, чтобы здесь жил Бог. Понимаешь? И это даже мне не под силу, я какими-то методами просто открываю ему это сердце. Я влезть, менять его не могу. Понимаешь? И очень много учений. Мы мыслями меняем сердце, давайте помышлять, давайте делать, давайте это, давайте это, давайте это, давайте это. Знаешь, сколько шагов там до свободы, да, сколько шагов там для... Я понимаю, чего? Мы можем говорить про какие-то усилия, знаешь, ну, грубо говоря, да, кольцо меня не спасает от заглядывания, да, на других женщин. Понимаешь? Кольцо это больше для них. Чтобы на меня они уже не смотрели. Ага. Да, кольцо уже. Вот. Но любовь меня держит. Если любовь уже держать не будет, клятва держит. Понимаешь? Ну так, любовь, потом даже дети, ну плоды, да, совместно. А потом клятва. Ну суть, любовь, понимаешь, да? Если любовь не держит закон, чтобы не наделал глупости. Вот с сердцем точно так же. Где-то. Закон или благодать получается? Да. Я закон где-то водитель к благодати. Он хорош, понимаешь? И я иногда им пользуюсь, если понимаю, в моем сердце какая-то бяка. Я выпотрошиваюсь перед Христом. То есть, да, мое усилие лишь бежать к Иисусу. Ну да. Понимаешь? Не отдаться. Принять эту благодать. Да. То есть, тут-то сказать стоп, ну, желанием моим действовать, реализовываться, сказать стоп, и эти все желания и действия, да, открываются перед Богом, Бог, смотри, вот это, не стесняясь. Знаешь? Тут не бороться, не бороться, не бороться, а наоборот, открываться. Вот это единственное усилие, понимаешь, в благодати. Да. Просто принимать, как это, да, насчет покоя Божия, да, берегитесь же. Чтобы когда есть возможность. Да, чтобы не войти. Да, единственное вот такое предостережение, понимаешь, берегитесь. То есть, понимаешь, да, вот это мое усилие. Вот в этом, да, мне нужно бояться, чтобы жить без покоя. Но я не боюсь, ну, это не человеческое бояться, это как благоговение. То есть благоговение и страх, ну, кстати, одно и то же слово. Ну да. Но. Страх Божий, он это в библейском смысле слова, это благоговение, можно по-русски правильно перевести, вот, чтобы было понятно современному слушателю. Потому что страх Божий, само выражение даже на старославянском, допустим, еще там 14-15 век, и вот и сегодня выражение страх Божий, это порой разное совершенно понимание, тем более в библейском смысле слова. Вот именно, если брать иврит, текст оригинальный библейский, то правильнее все-таки для современного слушателя благоговение, вот это привести, благоговение пред Богом, начало премудрости. Потому что страх Божий ассоциируется сейчас вот обычно страх это с паникой. Ну, просто рабское есть благоговение, да, а есть свободное, знаешь. Оно опять-таки тоже, и даже, да, это слово, знаешь, раб поймет по-своему. Знаешь, рабское мышление. А, ну да, в принципе, да. Как ты ни крути, как мы утром вспомним, оно все будет извращено. Да, 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 да. Это правда. Бог с рабом не смог ничего сделать, кроме как убить. И это на самом деле. Да, да. Это правда. Он со старым нашим человеком ничего не может сделать, кроме как убить. А наше детей Божьих благоговение в любви, вот это есть действительно. Вот когда, я говорю, мудрецов еврейской школы Шамая, Гилеля, их спрашивали текст из Писания, из Библии, да, из Торы, из Танаха, который открыл бы собою все тексты еврейские, все Писание. И вот эти две школы, которые спорили между собой постоянно и по любому поводу спорили, надо, не надо,
самое удивительное, не сговариваясь, они пришли к одному и тому же мнению. Один и тот же текст они нашли из Писания, назвали его как бы ключевым, золотым стихом. Тогда, это еще до Рождества Машиаха, до пришествия Христа. Вот, что вот это, они, я, значит, да, они, ле доди, ве доди ли, я принадлежу моему возлюбленному, а возлюбленный мой мне. В песне песней, Шир Беширим. И вот это «Ле доди, ве доди» — это описание, буквально «я в нем пребываю, а он во мне пребывает». И это же описание любовное, это описание любовников, это описание мужчины и женщины, как вот сейчас в состоянии говорят, экстаза, допустим, да, вот. Вот это вот «Ле доди, ве доди» — это выражение, вот есть песня «Ле ха доди, ле ха доди» перед субботой поем. Это как бы «Выйди, мой возлюбленный», буквально как бы «Он мой любовник, он мой возлюбленный, я в нем нахожу полное удовлетворение». Вот, значит, и вот это, поэтому из песни песней это выражение синодальный переводчик перевели очень просто и очень ограниченно. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне». Но там не просто имеется в виду «принадлежу», как бы, да, можно принадлежать, но не пользоваться этим, да, как бы. Вот, он просто мне принадлежит, допустим, да? Он. Ты столько лет со мной и не знаешь, вот, все вот, мое твое. Вот, да, все, я в нем, а он во мне. Все мое твое, я полностью ему принадлежу, без остатка. Он полностью мне без остатка принадлежит. Один из переводов, кстати, вот таких вот старых еврейских переводов вот на русский язык. Вот, потому что, вот, и действительно, вот когда Иисус сказал, да, я и Отец одно. Я и Отец одно. И, по сути, вот Новый Завет, это вот тайна вся, да, Христос в нас. Упование славы. Да. Класс. Аллилуйя. Мой возлюбленный стучится. Отвори, сестра моя. Время пения настало. Голубица чистая, вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет, вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Аллилуйя! 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 Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, родной, любимый. Спасибо тебе еще больше любви. Спасибо. В сердца наши, в сердца тех, кто смотрит. Кто с нами сопричастен. Аминь. Спасибо, Господь. Еще выливай. Выливай эту любовь в сердце. Да. Пусть живет она, пусть царствует. Да. Еще больше люби своих малявочек. О. Люби. Никаких не взрослых, никаких не серьезных, а маленьких детей. Аллилуйя. Прямо сейчас, Дух Святой, наполняй всех и вся слышащих это. Да. Еще больше, родной, еще. Да. Еще больше любви. Еще больше покоя. Да. Еще больше жизни в душу и в тело. Душу. Еще больше. Просто светом заливай душу. Аллилуйя.
Пусть не будет больше темных пятен, печали, горести. Пусть внутри взорвется просто звезда и все светом зальет. Сверхновым. Аминь. Да, да, да. И все белым молоком. Все, нету больше ничего. Ничего не видно. Да. Один свет, чистое сияние Христа в нас. Аминь. И пусть это будет пережито вами. Пусть это живет и останется в ваших душах. Аминь, аминь. Еще больше, Дух Святой, еще. Аллилуйя. Пусть Бог будет ближе, аллилуйя, родней, аллилуйя, видимей. Пусть все вот эти грани, границы, Господь, стены Господь, между мной и папой рухнут навсегда. Да. Чувство какой-то неполноценности, что мне что-то не хватает, да, пусть уйдет во имя Иисуса. Да. Из нашего разума, сердца, пусть это уйдет. Потому что с его стороны нет никаких границ абсолютно, нет никаких стен. Пусть все. Сознание, аллилуйя, просто попустится, да, в духовном возрасте каком-то, духовной, аминь, зрелости, да, 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 все духовной, это, да, в духовном, ой-ой-ой, возрастании, во всем. Да. Это не к этому. Да, да, да. Пусть будут чистые переживания любви. Да. Иисус, спасибо тебе, родной. Спасибо, спасибо, любовь спасибо, моя. Спасибо, спасибо. Спасибо тебе, что выливаешь это на них, и не пойдут другими. Аминь. Да. Да. Что зажгаться, зажжут, воодушевляться. Зажгутся. Зажгутся и порхать. Да, да, да. Просто будут вознесенными, аминь, в душе своей. Аминь, пусть, аминь, вознесение, аминь, случится в их жизни. Аминь. Пусть будут посажены. Реальность это пусть придет, да, что они, да, посажены по правой руку Отца над всеми начальцами, властями, мироправителями, о, спасибо, Господь, над всем, спасибо, веком, спасибо, всем, над всем, спасибо, полностью, спасибо, спасибо, во Христе. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Полностью сокрыты. Аминь, аминь. Чтобы ихние ноги, аминь, уже порхали над землею. Аминь. Не притрагивались к земле. Да, да. Не ходили по земле, чтобы земля не была больше опорой. Да, видимая, да, не была больше основой, да, для мышления, для принятия решений, для жизни. Да, да, да. Ой, Господи, да, слава Тебе, слава Тебе. Мы ходим не видением, но верою. Аллилуйя, аллилуйя. Да, 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 да. Спасибо, любимый, спасибо, спасибо, моя радость. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе, что спасибо, делаешь это чудо в их жизни. Преображение, спасибо, настоящее спасибо, преображение ума. Не заталкивание мыслей, да, а преображение. Да, да. Чтобы дух, ум подчинился сердцу. Да. И вовремя, да, говорит, это левое, это нужное. Да. И питался источником для ума, шла информация с сердца. Да, да, да. Чтобы вверялся, доверялся Христу в нас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо, любимый мой. Спасибо Тебе. Еще больше, Дух Святой. И еще больше. И еще больше любви больше в их жизнях. И еще. Еще, не останавливайся, еще больше, растягивай их мехи, меняй их на новые, безлимитные. Да, 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 да. И вливай эту любовь. Еще, 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 еще. Созидай храм внутри. Обкладывай все золотом, чтобы не было больше плоти. Да, не, да, было больше дерева, из, да, которого, да, да, сделан, да, этот, да, ковчег. Да, да, да. Все, да, золотом. Так и есть. Твоим золотом. Спасибо, да, спасибо Тебе, любовь моя. Это спасибо, точно, что это делаешь в их жизни. Спасибо, да, что свет приходит. И они видят лицемерие, они видят подмену понятий. Они, у них начнутся несостыковки. И пусть славят Бога за, да, это. Да, 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 да. Что они начинают все-таки понимать, где ложь, где настоящее. Да, да. Не из познания добра и зла, не хорошо, плохо. Да, не, а то, что этого, мимо, да, и то, что вот оно живо. Да. А дерево жизни. Да. Пусть вкушать, умирают для познания добра и зла. Да. Пусть вкушаем, каждый из нас, пусть вкушают люди от дерева жизни. Жизнь вечная. Аллилуйя.
И нету больше препятствия для жизни. Да. Нету препятствий для Христа. И благость Бога, и желание Бога по всей Библии, чтобы жизнь вошла. Да, да. Нет, чтобы лимитов, мы скушались этого дерева. Да, чтобы она вошла внутрь. Да, спасибо. Агнца скушать полностью. Полностью, да, да. Чтобы оно вошло внутрь без остатка и растворилось. Да, 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 да. Христа съесть. Полностью, не оставить ничего. Его тело полностью, и его кровь выпить. Полностью, да. И его дух взять в себя. Да, да. И уже не я тогда живет, а нету Христос моей тогда жизни. Уже, да, все. Да. А есть тайное между мной и Богом. Богочеловечество. Тайна Богочеловечества. Еще больше, Дух Святой. Еще, 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 да, еще больше. Да, да. Еще, Дух Святой. Да. Еще больше. Не останавливайся. Еще больше. В их жизни чудеса. Аллилуйя. Будут преследовать их. Аллилуйя. Пусть свет светит. Благословение, да. Пусть их вместилище, если это 10 Аллилуйя. Литров, если они сосуд размером с ведро, лей туда 10 тонн. Да-да. Пусть хлещет наружу. Да. Без остановки, пусть вода расплескивается и течет. Как радость безудержная потоком из них идет. Да. Покой превыше понимания, который... Да. Просто атмосферой распространяется. Да, да. И праведность, как твердость, такая непоколебимость, да. Основа любви. Спасибо, Господь, спасибо. Фильтрует ненужную любовь и сопельки. Пусть это уходит навсегда в вашей жизни. Угу. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Спасибо тебе за чудеса, настоящие чудеса, перемены жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо, любимый. Ла, спасибо, 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 Иисус. Слава тебе. Слава. 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 Слава, Господь. Слава ты. Слава. 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 И живем силою возлюбившего нас. Слава. Его жизнью, его силой. Спасибо тебе. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Агнцу Божьему. Слава. Слава. Слава Агнцу Божьему. Возвеличен ты, достой славы всей. Велик наш Бог на троне. Поем тебе хвалу из сердца своего. Велик и славен наш Господь. Аллилуйя. Класс. Аллилуйя. Во. Фу. Вот так жить каждому, родные, не меньше. Да, все, да. Так да. Каждый день, каждую минуту вашей жизни. Аллилуйя. Иначе ругаться с вами буду. Класс. Фу. У меня такое чувство сейчас вот интересное, вот мы сейчас помолились, спели так, да, вот как будто какой-то, вот как говорят, крышу снесло, да, вот, ну, в хорошем смысле, какие-то потолки исчезли просто. Чух. Небо хорошо просто видно. Да, вообще, прям уж. Чух. Аллилуйя. Так жить каждый день своей жизни. Это класс. Переживать на молитве каждый день. Да, 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 да. 2-3 раза в день принимать. Алекс, шалом, любовь. Шалом, Алекс, шалом, Алекс. Принимать Аллилуйя. Жизнь, принимать свет. Питаться, пока оно не порвет полностью и не потечет. Класс. Фу. Хватит полухристианства. Да.
Если жить-то по-настоящему, да. Если молиться, так по-настоящему. Да. Ну, даже там Папа Римский написал у себя, там, значит, там, почитал его там эти сообщения, там, его мысли, поделился постами своими там. Интересно очень даже. Лучше уж, говорит, атеист пускай будет там, значит, лучше, чем вот так вот, ни туда, ни рыба, ни мясо, короче, ни Богу свечка, ни черта кочерга. Короче, если уж веровать, то уж с головой нырнуть действительно в него, вот чтобы... Ну а зачем вот, вообще все, тогда все? А половину как-то вот ни туда, ни сюда, вот, ни белым, ни красным. Тепленький? Не знаю. Иисус об этом говорил. Да, да, да. А, кстати, там в оригинале, вот в греческом тексте, да, там говорится, так как ты не тепл, ты тепл, не горячий, не холоден, то извергну тебя, да? Извергну, да. А буквально изблюю тебя, там вот это вот выражение тошнит и изблюет. Ему, представляете, его тошнит от христианства, значит, которое так вот, ну, не, поэтому он даже с безбожниками, с атеистами проще находит общий язык, значит, и приходит к ним, ну, проще, чем ему достучаться до своих порой очень сложно. И у него порой такой вот рвотный рефлекс. Ты молишься, он, ой, опять, ой, не, сейчас тошнит. Уж либо молись, либо не молись уже. Ну, или же уже прорывайся, или ну, вместе давай сейчас жить. Или так, ну что дурака валять вот насчет. О, аллилуйя. Я благодарю Бога Всемогущего за все. Спасибо, спасибо за этот день, спасибо за эту молитву, за это общение сейчас. Спасибо, спасибо за братство, спасибо. Боже, вот и действительно, это вот Твоя Божественная Евхаристия, вот это, она сейчас совершается, действительно, вот она здесь совершается, это восхваление, это единение, погружение в Тебя и Твое погружение в нас, наше погружение в Тебя и Твое погружение в нас, спасибо, спасибо, драгоценный. Фу, аминь. И вот начинаются чудеса, вот такую молитву еще удвоить. Шалом, Infinity пишет, Infinity in God, ух ты. Братья, вы молитесь на языках, ну, по заявкам многочисленным радиослушателей можем помолиться на языках. У меня просто это, соседи не могу это напугать, у меня языки, знаешь, так. Очень это... Как тебе сказать? Слишком иные. Да, слишком сильно дальние. Как у Антония. Нет, этого было. Антония. Вроде Антония или Франциска. Я уже просто не помню. Так. Путаю. Понимаешь? Вот у меня такие иные языки. Я не могу долго молиться иными языками. У меня просто как накипит, знаешь. Ага. Я просто собираюсь все в кучу, понимаешь? И перед Богом. Короче, так. Давай. Да. И 30 секунд. Вот так вот. Не, сильнее я просто. Все, ну понятно, да. Я, ну, понимаешь, 30 секунд. Мы здесь сейчас много. И я понимаю, что я уже все Богу сказал. Я за все помолился, я обо всем попросил. Я прославил, понимаешь, да? Да. А потом хожу такой и просто, знаешь, неканонично тогда обалдеваю, да? Ну да. От его благости, близости, любви. И вот. Вот. И вот эти вот то, что сейчас молился, это каждодневное переживание в нормальном состоянии. Это не что иногда чувствую на молитве. Ага. Я так езжу в метро в том состоянии, вот который сейчас, вот. Да. Обнимаю жену в том состоянии, а молюсь, иногда меня рвет на части. О. Нам ходить в открытом небе, а не прорываться в небо. Один раз взыщите царство. Ага. И дальше живите в нем. Да. Знаешь, как это? Взыщите меня, да? Угу. Взовите ко мне, и я отвечу. Да, Иеремия. Как отвечу? Покажу вам великое. Да. Знаешь? Его ответ, божественный ответ. То есть после этого я начинаю видеть это великое. Да. То есть, если он ответил, да. Меня уже взывать не надо. Угу. Я в этом хожу. Да. Понимаешь? Проблема церквей, мы взываем всю жизнь. Ага. Получается, в процесс сам, как бы ради процесса, да? Да. А ведь процесс, он должен привести к чему-то, да? Не, он классный, процесс тоже классный. Ну да. И он Это не все, это еще не только это. Да. Но процесс и цель должны быть, понимаешь? Ради процесса жить... Это круто,
Но ты можешь просто жить, знаешь, понимаешь, да, то есть, ну, как бы бесцельно, да. Ради цели жить, ты упускаешь саму жизнь. Ну да. Вот. А если соединить два в одно? Да. Понимаешь? И радость от процесса, и счастье от достижения цели. Да. И вместе. Да. И вот точно так же, то есть, да, это здорово, я взываю Богу, понимаешь, это открываю свою душу, да. А он отвечает. И дальше живу совсем. Есть своя прелесть и в нашем взывании к нему, есть своя прелесть в его ответе к нам, есть своя прелесть в действии, когда мы на пути к нему, и в действии, когда мы в нем действуем уже. То есть есть это разные переживания, но это все, в принципе, да, удивительно. Жизнь верующего. Аллилуйя. Класс. Класс. Не, просто некоторые верующие зациклены, что вот если он не молится на языках, он вроде как бы на иных. То есть он вроде без этих тары-бары, он вроде как бы даже и не духовный человек. Значит. То есть есть разные как бы, ну, человеческие представления, религиозные, да, догматические, там, конфессиональные представления, которые, ну, опять-таки, пытаются ограничить безграничного Бога. Бог намного больше, чем наши конфессиональные там, учения, там, доктрины. Пятидесятнические, или харизматические, или православные, или католические, баптистские, адвентистские, любые абсолютно. Вот. Об этом идет речь, я там полагаю. Да, вообще, классно. Вчера, ну должно быть видео, вчера в 50-е, харизматическое вроде. Харизматическое, а ты записывал церкви. Видео, да? Не, они записывали видео. А, надо глянуть. Должно быть, ну он еще не выложил. Ага. Должно быть, я поделюсь. Да, я, ссылку я, поделись обязательно. Да, я как раз рассказывал про некоторые вещи, говорю. Знаете, родные, я не понимаю протестантской позиции крещения Духом Святым. Ага. Честно, ну, да, я не знаю. Порой очень глупо она выглядит. Я не знаю, что это понимаю. Такое. Но я вижу по всей Библии и православной практике, что мы, отдавши жизнь Иисусу, однажды открыв сердце, Он начинает жить в нас. Да, да. То есть, как? Мы рождаемся от Духа. Да, рождаемся для новой жизни, да. Понимаешь, рождаемся. Да. И начинает Дух Святой действовать в нашей жизни внутри. Да. Мы отдаемся процессу. Угу. Что первое приходит? Свет. Он свет, который просвещает каждого приходящего в этот да. мир. Да. Приходит свет в мою жизнь. Я начинаю видеть закономерности, вещи, лицемерие. Все начинает становиться. Я порядок начинаю наводить в своей душе. Да. Я начинаю осознавать, где это чувство, где эти мысли, где эти эмоции, где это что. Что я на самом-то деле хочу. Понимаешь, все раскладывать по полочкам и отделять. Во свете. Не во тьме рыться, да? А во свете я начинаю смотреть, вникать. И оно начинает в порядок. Приходит в результате света, приходит чистота. Знаешь, как Иисус говорил, вы чисты словом. Еще до как Дух сошел. Да, да, до всего этого, да. Вы чисты словом, слово есть Дух уже. То есть в понятии Иисуса чист это не безгрешен, а открыт. Ученики чудили после того и до того, да, но Иисус говорил, вы чисты. Почему? Потому что у меня прямая власть, ну, влияние на вас. И я вас упрекнуть могу, как это, ребюк по-английски, да, ну, побронить, да, ну, понимаешь, типа, что вы это помышляете себе и так далее. То есть, понимаешь, да, чистота – это если что-то даже произошло, я хожу перед Богом, да, я открыт, активно открыт перед Ним, да, я следую за Ним, и моя душа, то есть Он имеет власть, Он влияет на эти вещи в моей душе, да, Он да, направляет, да, Он корректирует меня, да. Понимаешь, внутри. Да. И это работа Духа Святого, то есть Слово. В моей жизни. Вот. Оно как бы созидает ковчег. Да. Понимаешь? Вот. Следующее. Поверили наконец-то. Перед смертью Иисуса. Да. То есть начинается какое-то что-то внутри, да, начинается свидетельство уже, понимаешь, да, внутреннее. Наконец-то поверили. Понимаешь? Они уже мертвых воскрешали.
они уже бесов изгоняли. Да, бесов, да, все, чудеса в конце творили уже. Там, поверили, да. Наконец-то, да, да, теперь я могу идти. Угу. Знаешь, вот это момент веры, угу. Понимаешь? Без веры Богу понравиться невозможно. Угу. Поверили. Угу. Это вот это, я говорю на примере, как ковчег созидается, да? Угу. Сначала, ну, как бы, план, дерева. Потом дерево. Дерево, да, да. Угу. Золотом обкладывается. Да. Понимаешь? Угу. Вот. Потом уже внутрь что-то ложится. Да, да. Знаешь? Да. Вот. То есть, золотом, да, золото. Вера. Золото. Да, да, да. Поверили. Угу. И теперь мы праведны перед Богом. Угу. Понимаешь? То есть наш, его праведность становится нашей праведностью. И теперь туда может помещаться драгоценность как раз. Да. Божье уже. Откровение, да. Все слово. И теперь в результате этого по благодати, не по милости. По милости, ну понимаешь, ты спасен по милости, угу. Да? Это все было по милости. Да. Теперь включается благодать после веры. Угу. По благодати сходит Дух. Как у Иисуса, понимаешь? Угу. Он рожден от Духа. Да. Он рожден реально от Духа. Да, 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 да. Но был еще этот момент, понимаешь? Угу. То есть был момент смерти его. Угу. То есть вера, да, вера, ну, то есть по вере, чтобы поверив наконец, теперь верой ты можешь отдать свою жизнь полностью. Угу. Полностью отдать свою жизнь. По-настоящему, понимаешь? Только вначале ты не можешь. Вначале ты можешь последовать. Понимаешь? Угу. Креститься как генерально, да, отдать. Юридически. Угу. Да, на юру, да, да. Да. Точно, а да. Тут верою фактически, отдать свою жизнь. Да, точно, да, да. Понимаешь? Угу. И вот на это приходит воздаяние. Да. То есть, понимаешь, да? Жертва Иисуса достаточно, да, достаточно, чтобы начать этот процесс, и ты прошел этот процесс. Как понимаешь, да, как это покаяние, это да, Божья благость ведет к покаянию. Да, да. Угу. Да. Она ведет к какому-то твоему действию. Угу. Понимаешь? Да. Это не то, что ты должен, это то, что вырывается с твоего сердца. Естественно. Уже. Естественно. И ты естественно отдаешь свою жизнь. Угу. Естественно говоришь, все, Господь, все, все, все реально, все, только ты. Да, да, полностью. Да. Уже выбора у меня нет, я свой выбор сделал. Понимаешь? Верую. Да. Вот. Это клятва, это брачный чертог, это, ну понимаешь, да, это тут оно, да, это единение навсегда, и Дух сходит. Угу. И теперь Дух внутри, и Дух на тебе. Вот. То есть, ты внешне уже покрыт золотом. Да. И уже над тобою два херувима. Да, из седалища, как милости для других. Ты становишься, понимаешь, милостью для других. То есть ты уже полностью сокрыт, да, полностью все внешнее. И это уже помазание, да. Это уже слава Божья в твоей жизни. Это уже видимо. Это уже начинает, ну, понимаешь, да, все вот эти вещи, власть, сила, да, все внешние моменты, угу. Вот тебе. Да, ты там еще дьявол подойдет, попробует, ты утвердишься и выйдешь в силе, но это мелочь. Ну, понятно, как ко мне придет мужик, говорит, поцелуй меня, угу. Я рассмеюсь, да, и выйду, оказывается, в силе духа. Угу. Ну, понимаешь, да, как встреча с Иисусом, с дьяволом на самом-то ага. деле. Просто мимолетная вещь, которая автоматом произошла и, ну, с правильным сердцем. Иначе ты упадешь. Вот. И вот этот процесс, знаешь, то есть Дух сходит. И вот это о том, что говорят там помазанники, все остальное. Понимаешь? Uh-huh. Дух внутри ведет тебя на небо. На тебе Дух. Оставляет тебя здесь царствовать и колонизировать землю. Uh-huh. Понимаешь, владычествовать здесь на земле. Да, раскрывает вечность. Да. То есть в Старом Завете вот этого духа внутри не было. Дух uh-huh. сходил внешне, но не было внутреннего, да, и он уходил. Uh-huh. Ну понимаешь, да? То есть помазанник Божий, дух был на нем, понимаешь, uh-huh. да? Дух был на Илье, дух был на Давиде, понимаешь, да? Дух uh-huh. был. И он работал как бы с сердцем, как бы извне в Старом Завете.
да? Mm-hmm. А тут изнутри сердце меняется на Божье. И теперь Дух сошел, и он уже не уходит, пребывает. А пребывает. Царство Божье. Да, пребывает. Класс. Понимаешь, то есть само голое учение о благодати как таковой, знаешь, mm-hmm. это начальный процесс. Mm-hmm. Да, да. Это благодать, это все прощение, это все спасение должно вести к тебя к тому, угу. что твоя жизнь спасена, да, но мне она больше не нужна. И это есть, то есть если ты отдался этому, ну понимаешь, да, угу. но это, мы говорим, это благодать, но на самом-то деле, в принципе, милость. Понимаешь? Благодать и милость. Милость и благодать. Благодать. Классно. Без веры благодати нет. Угу. Мы спасены благодатью через веру. Да, да, да. Знаешь? Тут есть его вера, его покров. Он полностью все делает, понимаешь, воспроизводит эти вещи в нас. Потом мы как результат, да, ну, грубо угу. говоря, да, да. Божья милость. Результат Божьей вот. Милости – мое покаяние. Результат моего покаяния – благословение Божье в моей жизни. Ну, понимаешь? Угу. То есть, Он тебя любит для того, чтобы открылся, для того, чтобы благословить, для того, чтобы залюбить еще больше. Он еще тебя вознаграждает, чтобы ты взял Его и применил в своей жизни. Да. Он тебе дает для жизни, если ты это применяешь, Он еще и тебя благословляет, понимаешь? И возвеличивает. Вот так вот. Вот, понимаешь, это мое как бы вот такое православное, да, понимание. Ну да. И я не понимаю, где здесь крещение Духом Святым, да? Вот сейчас продолжим, давайте мы. Просто как бы языки, не языки. По поводу там крещения всего. Сейчас просто нужно сделать. Сейчас мне паузу здесь как раз.